Я лично не очень люблю ту часть города, где новостройки, там как-то давит это все. А здесь очень хорошо. Вписались и большие дома, и с теми, которые на заводской здесь. Хорошо очень. Мне кажется, лучше всего это дома, которые построены из блока кирпича, монолит. Ну, это, ну, можно сказать, что это тоже крепкий дом. А по поводу, что касается архитектуры вообще города Видного по этому... По архитектуре, то есть как бы мне лично здесь нравится, здесь хорошо. По-моему, вот эти монстры, которые очень высокие, вот эти вот здания стоят, там, по-моему, целый поселок можно вместить. Мне кажется, они не очень вписываются в нашу архитектуру города. Замечательные здания, вы же сами видите, очень замечательные. Новостройка так закончится и все. Ну, вот новостройки, наверное, портят. Старые вот улицы красивые, вот заводская там радиальная, церковь вписывается. Пятиэтажки, конечно, само собой, они немножко как бы это уже по сравнению, вот что сейчас строят, вот, можно распрощаться с ними когда-то. Ну, при въезде на ПЛК Нижнем, это здание уже где-то сколько, 7, наверное, стоит, 5 точно, вот. Ну, хотелось бы, чтобы его побыстрее достроили. Архитектуру портят девятиэтажки 70-х годов постройки, потому что они никакие. Вот. Украшают, наверное, ну, новые дома, сами видите, красивые, хорошие, благоустроенные, достаточно широко стоят, все замечательно. Ну, и украшают застройка послевоенная, если ее привести в порядок.